Добрый день, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и мои дорогие гости, кто первый раз зашел на мой канал. Сегодня мое видео носит характер поздравительный. Я блогер Алена Терешкова. Я от всей души хочу вас, мои дорогие друзья, подписчики, в первую очередь поблагодарить за такое теплое, дружеское отношение к моему каналу. Сказать вам большое спасибо за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете такие добрые, искренние комментарии, за ваши пожелания, ведь ваши пожелания дорогого стоят. Вы мне пишете очень добрые пожелания, вы мне желаете счастья, здоровья, удачи, процветания. А это, мои дорогие, очень ценно. Я ценю, я читаю каждый ваш комментарий. Вы все знаете, на все ваши комментарии я всегда отвечаю. Мы с вами уже подружились, мы с вами уже познакомились. Я уже знаю вас по именам, по фамилиям. И я считаю, что это и есть заслуга настоящего блогера, когда он каждого своего зрителя уже немного знает. И это для нас, как для блогеров, очень важно. Друзья, кто первый раз зашел на мой канал, я хочу рассказать. Мой канал носит контент реальной жизни. И об этом указано на шапке моего канала. Там написано «Жизнь, как есть с Аленой Терешковой». Да, у меня видео не носят определенную тематику. Мои видео о жизни реальных людей, о простой жизни, которая близка большинству нашего населения. Я не хочу кривляться, я не хочу гламурничать, я не хочу быть напыщенной, наигранной. Я хочу быть такой, какая я есть в жизни, какая я есть на самом деле. Где-то вы чувствуете мое настроение, где-то я грущу, где-то я улыбаюсь. Но все вы знаете, что я очень позитивный, открытый человек. И об этом говорят мои утренние приветствия с добрым утром. Я очень люблю дарить людям хорошее настроение. И это главная моя цель, чтобы от просмотра моих видео вы, дорогие мои подписчики, получали только положительные эмоции, чтобы на ваших лицах каждое утро была улыбка и радость в душе, чтобы от просмотра моих видео у вас появлялось настроение, и вы с большим энтузиазмом шли делать свои дела, преодолевать свои проблемы. Ну как же, наша жизнь без проблем не состоит, на то она и жизнь. И мы должны радоваться, что у нас есть какие-то проблемы, а значит мы живем, а значит у нас есть силы их преодолевать. Ведь ничего нет ценнее в мире, чем наша жизнь. Жизнь – это самый бесценный дар, и мы должны с вами научиться ценить жизнь, и тогда наша жизнь станет лучше. Ведь просыпаясь утром и видя мир своими глазами, и ходя по земле на своих ногах, и делая все дела вот этими нашими с вами руками, ведь не это ли прекрасно, мои дорогие друзья? Я считаю, это самое ценное. И поэтому надо задуматься, для чего мы живем, что мы хотим сделать, что мы еще хотим донести друг для друга. Самое главное, надо быть добрым, надо быть искренним по отношению к друг другу. Мои дорогие друзья, и сегодня я от всей души хочу поздравить вас с наступающим 2020 годом. Да, заканчивается 2019 год. Возможно, мы что-то еще не успели сделать, возможно, мы многое сделали. Кому-то этот год подарил много хорошего, много позитивного, большую удачу, успех. И я очень рада за таких людей. Но кому-то, может быть, был грустный год. И тогда следующий год для вас будет обязательно радостным, успешным, удачливым. Главное не отчаиваться. Главное жить и идти вперед. Поверьте мне, уж я-то знаю, на моем пути были большие трудности. И я смогла их преодолеть. Я смогла встать и идти дальше. Я смогла найти свою стезю. А самое главное, я очень хочу дарить людям хорошее настроение. Друзья, пусть новый 2020 год будет для вас и для ваших семей благополучным, счастливым, удачливым, успешным. Как и всегда в своих видео, я вам от всей души желаю здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Будьте здоровы, и пусть ваши близкие, родные будут здоровы. Пусть в следующем году все, кто с вами, останутся с вами. Чтобы вы не грустили, чтобы вы научились радоваться каждому дню, чтобы вы получали удовлетворение от того,
чем вы занимаетесь в своей жизни, от своей работы, от своего творчества. И я вам всем желаю, чтобы у вас было вдохновение. Вдохновение творить, вдохновение работать, вдохновение жить, чувствовать, любить. Я вам этого от всей души желаю, дорогие мои подписчики. Друзья, я хочу, чтобы в новом году те, кто ищет любовь, обязательно нашел любовь и создал семью, и жил в любви и в гармонии. Тем, кто хочет иметь маленького малыша, обязательно Всевышний подарил вам малыша, а может быть и двух, и трех, и вы были очень счастливыми родителями. Я желаю, чтобы ваши отцы, матери, бабушки, дедушки были здоровы и долго-долго-долго жили. Мои дорогие подписчики, мои дорогие гости и друзья, с наступающим вам вас новым 2020 годом! Мои пожелания просты. Мой канал о реальной жизни для обычных простых людей. И поэтому я говорю не заученными строками, написанными на листке бумаги. Я говорю от души. Я говорю от сердца. Так, как бы я пожелала своим самым дорогим и близким людям. И пусть кусочек моего тепла, и пусть кусочек вот этого счастья, которое я хочу подарить вам, мои дорогие друзья, оно коснулось вас. С наступающим вас 2020 годом! Вот, собственно, такое видео сегодня я для вас сняла, чтобы поздравить вас, пожелать вам, потому что это очень важно — иметь своего зрителя, зрителя искреннего, доброго, зрителя, который хочет тебя слышать, который хочет тебя видеть. Для блогера это очень важно. В этом и состоит наша работа, чтобы уметь найти своего зрителя, уметь найти контакт со своим зрителем. Это мое мнение. И поэтому я решила сделать вот такое поздравительное видео у елочки своей, в своем доме. Вот так вот я, как сказать, надела на себя мишуру, потому что все-таки должно быть предновогоднее настроение, праздничное настроение. А Новый год – это такой самый радостный, чудесный, сказочный, позитивный праздник. Это праздник, который, ну, всем вам поднимает и нам настроение, потому что это особенный праздник. Согласитесь со мной, друзья, Новый год – я считаю, это самый главный, самый особенный праздник. Потому что все мы от мала до велика ждем какого-то чуда. И это прекрасно, что мы верим в чудеса. Мы взрослые, мы как дети. Возможно, это чудо не произойдет, друзья. Но мы верим в это, мы ждем это. А это очень важно, когда человек может верить, ждать, надеяться и чувствовать. Ведь вот этими великими чувствами мы с вами и живем. И поэтому верьте, надейтесь. И все равно одно из чудес вашей жизни обязательно произойдет в новогоднюю ночь. Я вам это обещаю, мои дорогие друзья. Счастья вам, здоровья, радости, хорошего настроения, позитивных, положительных эмоций. Встречайте Новый год в кругу самых близких, самых любимых людей. За накрытым, праздничным, вкусным столом. Пусть на вашем столе будет пища простая, обычная, но она приготовлена вашими руками с любовью, и она будет очень вкусная. Ведь я всегда в своих видео говорю: готовим простую еду с любовью и вкусно. Не заморачиваемся на дорогие продукты. Это мой девиз. Да, я такой человек. И поэтому вам желаю тоже не заморачиваться. Вы приготовите обычное простое блюдо, но вы вложите в него частичку любви, частичку души, ведь вы это готовите для своих родных, любимых. И это простое блюдо будет праздничным и вкусным. А что еще надо? Ведь ценности нашей жизни – это не вот этот пафос и гламур, вот эта вот напыщенность, а простота, умение ценить жизнь. А жизнь, она и состоит в том, что люди должны понимать: наша простая жизнь – это та жизнь, которую мы проживаем
искренне, не кривя душой, помогая другим своими добрыми поступками и добрыми делами. И я вам всем, мои дорогие друзья, желаю, чтобы на вашем пути встречались только добрые, искренние, открытые люди, друзья. Еще я хочу с вами поделиться. 2019 год – это год, который для меня прошел очень удачно и успешно. Я благодарна 2019 году. Этот год мне подарил много хороших знакомств. Этот год мне дал возможность открыть канал, стать блогером, к чему я стремилась, чего я хотела, чего я добивалась, к чему я приложила немало, поверьте, немало усилий, здоровья, нервов, потому что я ставила перед собой цель. И я эту цель достигла. И теперь я хочу работать дальше, работать, создавать свое творчество, дарить вам видео, свои видео, которые снимаю с душой и от сердца. Я хочу, друзья, чтобы они вам приносили только положительные эмоции. 2019 год подарил мне человека, с которым я очень хорошо подружилась, и мы стали подругами. Да, я не ожидала, что в моей жизни может произойти, но этот человек вошел в мою жизнь, и я очень благодарна. 2019 год дал мне шанс приобрести квартиру, свою собственную квартиру, сделать ремонт, обустроить. И об этом у меня есть серии на канале. Кто первый раз и кому интересно, посмотрите, мои дорогие. И поэтому я вам всем желаю, чтобы и у вас были только хорошие, положительные воспоминания о прошедшем 2019 году. Ну а новый 2020 год дал вам еще больше положительных эмоций, добрых дел, поступков. И просто этот год для вас был благополучным. С наступающим новым 2020 годом. Всегда рада вас видеть на своем канале Алена Терешкова. Приходите, друзья, на мой канал, смотрите мои видео и получайте только положительные эмоции, хорошее настроение и позитивный настрой. Подписывайтесь, кто не подписался, если вам интересно. Пишите комментарии. Будем общаться, будем дружить, будем узнавать друг друга, будем давать друг другу советы на основе нашего личного жизненного опыта. А на этом я заканчиваю свое видео обращение к вам, мои дорогие друзья. Я вам всем пожелала добра, счастья, здоровья в новом 2020 году. Я вам рассказала еще немного о себе, о своем канале. И надеюсь, в 2020 году мы с вами продолжим общение, дружбу. Я буду стараться еще лучше снимать свое видео, интереснее. В 2020 году я планирую делать прямые эфиры для своих любимых подписчиков, для тех реальных подписчиков, которые действительно подписались на мой канал потому, что он им интересен, и я интересна вам как личность. Я буду делать прямые эфиры. И поэтому добро пожаловать на мой канал. А на этом я заканчиваю свое поздравительное видео. Всем добра, счастья и самое главное, мои дорогие друзья, здоровья вам, здоровья и еще раз крепкого здоровья. До новых встреч и желаю вам всем встретить весело, в радости, в ошеломляющих хороших эмоциях Новый год. Пусть ваша новогодняя ночь будет супер веселой, супер вкусной. Пусть шампанское искрится в ваших бокалах. С наступающим новым 2020 годом, мои дорогие подписчики и друзья! До новых встреч на канале Алена Терешкова!